Так ростовское трио продвигает джаз в массы. Популярные композиции в сложном исполнении гитары, аккордеона и контрабаса. Вместе трио «Трикотаж». Но это три разных слова. Три, кота, ж. Если вы посчитаете нас, то вы убедитесь, что нас трое. Все мы окончили консерваторию. Один из участников группы – доцент консерватории, другой – аспирант. Я буквально год назад закончил консерваторию. И 4 года назад, уже прошло столько времени, но мы создали вместе эту группу, этот коллектив. Живая музыка, она сейчас становится очень востребована, потому что это определенный культурный уровень человека. Поэтому гораздо сейчас люди отказываются от традиционных ноутбуков с певцами и стараются приглашать живые составы, которые поют, играют музыку современную, как говорил Виталий, джазовую в современных обработках и прочее. В определенных кругах в Ростове появилась потребность в такой музыке. Лидер-аккордеонист, он нас тянет всех своим настроением, он очень внимателен к мелочам, он все время пристает с какими-то мелочами, а нельзя бы здесь так, а может быть иначе. Только мы все сделали, он приходит и говорит: все, я понял, надо по-другому. И это продолжается уже несколько лет. Терпим пока. Было предложение выступать мне как аккордеонисту, именно играть только на одном инструменте. Я понял, что очень хочу именно создать группу, и как минимум это должно быть трио. Сначала я познакомился с Павлом Филипповым, с контрабасистом. Мы сначала создали дуэт, аккордеон, контрабас. Потом я понял, что не хватает еще какого-то инструмента. И пригласил мое трио Андрея Леонидовича Берникова. Выступив на нескольких площадках города, мы обоюдно пришли к выводу, что это идеальный практически состав, идеальный коллектив для того, чтобы выступать как в Ростове, так и за его пределами. В большинстве случаев люди считают, и мы это представляем, как джазовая музыка. Джаз, рок-н-ролл, но наш коллектив, он играет абсолютно разную музыку в абсолютно разных стилях. Это и французская, и итальянская музыка, это кавера на известные композиции, американские, самую популярную музыку европейскую. В большем количестве, конечно, востребовано на каких-то мероприятиях, например, корпоративах, на вечеринках. Но также приглашают и делают наши афишные концерты различные заведения, одни из самых лучших в Ростове. Да, сама идея музыки – это делиться с людьми позитивными своими эмоциями, выражать их посредством музыкального исполнения. Это этот музыкальный язык, от которого я считаю, что он должен нести позитив. Так же, как ты отдаешь музыку, так же ты ее получаешь, эту энергию в виде аплодисментов, радости и прочего. Жители города Р все больше предпочитают электронной музыке музыку живую. И желательно с элементами демократичного джаза. Так что аккордеоны и контрабасы могут вскоре сместить со сцен ночных клубов модных диджеев.